Учителя, возвращавшиеся домой с курсов повышения квалификации, сбили переходившую дорогу 7-летнюю девочку. Все произошло сегодня днем в Нижнекамске. По словам очевидцев, автомобиль передними колесами переехал ребенка. Девочка жива, но находится в тяжелом состоянии. Рамиль Шайдулин с подробностями. Она резко выбежала. Резко выбежала маленькая девочка. Эти женщины – прямые свидетели трагедии. Они находились в машине, которая сбила ребенка. Учителя проходили курсы в Набережных Челнах. Ехали домой. За рулем была их коллега. Водительский стаж у нее 4 года. Говорит девочка, она просто не заметила и не успела затормозить. Хотя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Нормально она ехала, как обычно. Ну, остановилась. И вот она же выбежала, видите? Но как-то вот, она туда вот побежала, как-то к машине прям. Как-то наискосок, что ли, бежала. Пострадавшую сразу же госпитализировали врачи скорой помощи. На асфальте остались следы крови. По словам очевидцев, машина передними колесами переехала ребенка. В данном дорожно-транспортном происшествии усматривается вина водителя автомобиля. Также призываем всех водителей, а также граждан города быть предельно внимательными. На сегодняшний день у нас идет неделя безопасности дорожного движения в преддверии весенних каникул. Сейчас пострадавшая девочка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Ребенок получил травмы множественные лица. Подозреваем травмы органов брюшной полости. Пока идется обследование, наблюдение. Автоледи пообещала оплатить все затраты на лечение ребенка. Рамиль Шайдулин, Руслан Арсланов, Евгений Лызаев, Вызов 112.